Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Егор Белоусов. Казанский федеральный университет принял участие в заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа в формате видеоконференции. О том, каким видят современную систему подготовки студентов, расскажем в следующем сюжете. Университет не должен гнаться за рейтингами. Необходимо сконцентрировать внимание на качестве и эффективности современной системы подготовки и образования, которую получают студенты. Сегодня вузу необходимо стремиться быть не только фундаментальным в прямом значении этого слова. Университет должен выводить на рынок своих выпускников, как уже сформировавшихся и высококвалифицированных специалистов по конкретным направлениям подготовки и разных секторов экономики. Об этом шла речь на очередном заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа. От Казанского федерального университета выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Он поделился опытом создания Института информационных технологий и интеллектуальных систем в КФУ и опытом других вузов Республики Татарстан в области подготовки и переподготовки инженеров-разработчиков для современной индустрии. Вот это такой кейс Казанского университета, когда с нуля было создано фактически подразделение, целиком ориентированное на работу на рынке IT-услуг, IT-сферы, разработчиков. И сегодня этот институт в полной мере оправдал себя. Мы видим и заинтересованность компаний, и заинтересованность студентов. Конкурс достаточно высокий, несмотря на достаточно жесткие условия и жесткую конкуренцию. Дмитрий Таюрский предложил два пути решения актуальных запросов рынка в конкурентоспособных кадрах в сфере инженерии. И здесь нам надо понимать, что развитие цифрового вот этого переосмысления, взрыв цифровых технологий не оставляет нам времени на раздумья. И самый короткий путь для удовлетворения спроса рынка и для совершения прорывов – это, конечно же, либо двухгодичные магистерские программы, либо переподготовка инженерных кадров. Актуализировали ректоры вузов тему наставничества и подчеркнули, что это одна из лучших форм передачи знаний. Должна быть достигнута синергия мудрости и молодой энергии, которая дает реальный результат. Председатель Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа Роман Странгин отметил, что студенты во время учебы уже должны решать конкретные творческие задания профильных компаний и корпораций, а также работать в паре с наставником. Потому что яркие личности обладают магнетизмом, они притягивают. Преподаватели могут и не быть разработчиками, а быть очень хорошими преподавателями и учеными-исследователями. Вот поэтому нам нужна база, как вовлечь студента в среду, где на самом деле идет разработка. Также Роман Странгин уже в завершении заседания пообещал, что все материалы заседания будут отобраны в один документ и в итоге озвучены в Государственной Думе Российской Федерации 16 апреля в виде предложений. Илья Андреев, Ленардо Влесьяров, Универ News.